Приветствую вас, друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Сегодня я наконец-то хочу поговорить о такой фигуре, как телеспин. Достаточно часто ее танцуют в хасле на конкурсах, реже на дискотеках. И, по-видимому, ее привнесли латинисты-бальники, которые пришли в хастл танцевать. Но чтобы понять, откуда у фигуры растут ноги, нужно посмотреть, как она танцуется в оригинале. А в латиноамериканскую программу эта фигура пришла из европейской, из стандарта. И поскольку стандарт одному танцевать достаточно сложно, я пригласил помочь мне свою ученицу, чемпионку России по европейскому секвею, чемпионку итальянского конкурса Rising Stars «Молодые звезды» Скибинскую Александру. Привет, Саша. Привет. Есть две очень похожих фигуры в стандарте – телемарк и телеспин. Они отличаются тем, что телемарк танцуется для изменения направления движения, а телеспин танцуется по прямой. Смотрите. Вот, собственно, open телемарк, открытый телемарк, а есть открытый и закрытый телемарк. И мы на нем в конце выходим в променад, то есть мы меняем направление движения. Ну, закрытый телемарк и сложнее, и практически не используется в хастле и в латине, но для того, чтобы вы просто знали, что это и как это танцуется, мы вам покажем. То есть мы остаемся в танцевальной позиции. Опять же, меняем направление движения. И телеспин. Смотрите. Телеспин, как я уже и говорил, танцуется по прямой. Мы здесь не меняем направление движения. Но чтобы здесь вам было удобно, две особенности. Первое. Вы должны оставлять партнершу у своей правой стороны правой ноги в паху, но при этом давать ей дорогу впереди себя, чтобы ей было удобно двигаться, чтобы она прошла. Оставляю. Что здесь делает партнерша, вам расскажет Саша. Для партнерши это очень сложная фигура с точки зрения вращения. Всегда правое вращение воспринимается легче, чем левое. Здесь у нас вращение левое, поэтому мы должны как партнерши соблюдать очень важные правила. Вращая сначала свой низ от талии, а потом верхнюю часть тела догоняет. Еще раз. Низ до талии. Верхняя часть тела догоняет. Используя этот принцип, получится очень легко. Как телемарк, так и телеспин. Начинаем со спиной. Еще очень важное замечание. Девочка должна уступать очень хорошо дорогу, чтобы нога мальчика проходила между ног. Нога назад идет косолапая. Так будет удобнее. И с косолапой ноги мы начинаем. Дальше. У нас вращается низ. Ноги подставляются. Доворачивается вверх. Это был открытый телемарк. Для телеспина та же самая история. Низ вращается вверх. Потом партнерша прибегает и так далее. Итак, теперь давайте посмотрим, как телеспин танцуется в латине. В латине более свободная рамка. Положение корпусов примерно под углом 90 градусов друг к другу. Правило такое же. Партнерша стоит у правого бедра, и мы ее ведем вокруг себя, за себя.
Очень часто, глядя на профессиональных бальников, создается ощущение, что латина — это что-то другое. Что партнерша стоит очень сильно с правой стороны во время исполнения телеспина, когда партнер делает какой-то выпад. Это фикция. Потому что здесь я растягиваю объем пары для того, чтобы его увеличить перед фигурой. Но затем, смотрите, я возвращаюсь. И телеспин мы танцуем по правилам телеспина. Я обхожу и уступаю ей дорогу. Достаточно часто телеспин используют с внутренним поворотом партнерши. И смотрится это более динамично. Что здесь делает партнерша, вам расскажет Саша. При исполнении телеспина в латиноамериканской программе мы используем те же самые принципы, как и в европейской. Вращение верхней части тела отдельно от нижней. Таким образом, когда мы обходим партнера в латиноамериканской программе, у нас идет нижняя часть, верхняя часть продолжает. И таким образом мы пропускаем партнера мимо себя, что очень удобно. Ну и, собственно, хастл. После того, что мы сказали про стандарты латину, ну, наверное, все должно было почти быть уже понятно, но в хастле есть особенность. Это своя ритмика, свой основной шаг. Как удобно станцевать телеспин в хастле? Смотрите. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Две особенности. Если вы в американке 7-8 поведете партнершу просто вперед, то вы уже не успеете сделать поворот. Ей будет тяжело вас обходить. Фигура не получится. Вокруг себя вы должны повести 7-8. Уже начать убирать себя, свой корпус, вести ее вокруг. И второе. А поскольку эта фигура не базовая, здесь должно быть очень хорошее ведение на каждый шаг. На каждый шаг. Не просто на 5 повел на обычной смене мимо себя партнершу, и 6, 7, 8, она танцует спокойно. Где на каждый шаг? Смотрите. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Вот здесь обязательно я должен ее повести подряд на 2 шага. И делаем выход под руку. Вот знание правильной техники вам поможет танцевать удобно. Саша танцует хастл второй раз в жизни, но тем не менее танцевать с ней телеспин очень приятно, очень удобно и комфортно. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Большое спасибо Саше за то, что она нашла время в своем графике и согласилась мне помочь с выпуском этого сюжета. Всегда рада. Друзья, не забывайте, телемарк и телеспин – две фигуры похожие, но телемарк танцуется для изменения направления движения, телеспин – по одной линии. Когда вы не ведете партнера своего вокруг себя, вам приходится его оббегать. У вас получается такое нечто среднее между телемарком и телеспином. Не очень удобно. Постарайтесь найти время для того, чтобы поотрабатывать те вещи, которые мы говорим в этом видеовыпуске. И эта фигура будет у вас получаться достаточно удобно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. И внизу у нас есть теперь квадратик такой «Подписаться». Если вы хотите смотреть наши обучающие видео или все выпуски видеоблога, нажимайте «Подписаться». Да пребудет с вами знание!